Праздник молодости, веселья и позитива в парке имени Олега Степанова. Для молодежи и всех, кто молод душой, были открыты творческие и спортивные площадки. На двух сценах выступали самые талантливые певцы и танцоры. Для желающих расписаться со своей второй половинкой работал импровизированный ЗАГС, где можно было получить свидетельство о браке и обручальные кольца от Купидона. Чем еще порадовали организаторы Дня молодежи, расскажем далее. В 2024-м День молодежи, утвержденный еще в Советской России, отмечали в 67-й раз. И хотя сегодня к празднику стахановских рекордов уже никто не ставит, лучших представителей молодого поколения традиционно награждали почетными грамотами и благодарственными письмами главы округа, Совета депутатов и местного отделения партии «Единая Россия». Среди отмеченных – волонтеры, спортсмены, студенты. Нужно мечтать, нужно быть инициативными. Нужно стараться реализовать все свои интересы и мечты. И тогда в жизни все обязательно получится, потому что без труда и без ваших интересов ничего не получается. Но если вы включаетесь в эту жизнь, если вы стараетесь сделать этот город ярче, если вы стараетесь сделать этот мир лучше, у вас все получается, ну, а значит, получается все у нас. Еще раз с праздником! Хорошо быть молодым. Молодость – это когда планов громадье и впереди целая жизнь. Главное – найти себя, реализовать юношеские мечты. Наша молодежь действительно самая лучшая, самая активная. Я поздравляю вас с этим праздником. Самое главное – выберите правильный путь в своей жизни и идите достойно. В этот день все чувствуют себя помолодевшими, признался и Андрей Тихонов. У нас прекрасная молодежь, а это прекрасное будущее нашей большой великой страны. Оставайтесь такими же бодрыми, веселыми, задорными. Они еще в начале жизненного пути, но главное уже поняли, о чем мечтают. Я примкнула к волонтерам Подмосковья более чем год. Сама нашла эту организацию, так как давно мечтала заняться волонтерством и помогать людям. Важно помогать людям просто так, не требуя от них ничего взамен. Как я считаю, чтобы быть интересным, нужно интересоваться новым всегда и познавать новые горизонты. Проявить себя можно было уже во время праздника. Первым испытанием спортивной подготовки, ловкости, знания современной музыки стал танцевальный флешмоб. А праздник «Это молодежь» набирал обороты. Чем увлекаются, какую одежду предпочитают, что любят на завтрак, можно было узнать, побывав на мастер-классах, по росписи футболок, заглянув на гастрономическую площадку, стать участником эрудит-викторины, сразиться в настольные игры. Впереди была еще концертная программа, которая продолжалась до сумерек, пока не зажглись фонари.